Всем привет! Я опять в дороге, еду уже за Афоникой. Ой, за Антошкой. Я что хотела сказать про Афоньку? Он сегодня дома. Сегодня с ним воюем, у него кашель. И, ну, вернее, я бы сказала, даже у него насморк, и от этого идет кашель. Вот, так что он дома. Погодка вот у нас продолжение дождя. Я не знаю, у нас же на выходных день станицы. Я надеюсь, что будет солнечная погода, без осадков, по крайней мере. Ну, потому что день станицы у нас всегда в основном это уже холодно и, ну, относительно, да, то есть градусов 15-17 и дождливо. Очень часто на день станицы у нас дождь прям стеной и нормально не погулять. Успели с Антохой сесть, да? Забежали и дождь пошел. Такой, не знаю какой. Ну, вроде там где-то солнышко даже проблескивает. О, уже не идет дождь. В общем, короче, осень. Мы обедать с Антохой. Я буду супчик гремной сегодня сварила. Антошка будет этот рис. Мясо уже съели, остался рис вот с подливкой из мяса. Что Антошка вчерашний ужин, я сегодняшний. До сих пор любуюсь на цветочки. День учителя скоро. Да, ты помнишь об этом? Еще мы будем пожелания писать сердечко разноцветное. А я знаю, что мама сделает, я ее попросила. Что? Что я с ней фотографировался на цветком, угу. На линейку. И напишем пожелания. Что? Дождь пошел. Опять в машине, еду только за Гришкой. В общем, походу какой-то влог получится машинный, но сейчас приеду, покажу, что делала. Что хотела сказать, что не снимала ничего, потому что Афонька у меня это... Афонька спал, поэтому я быстренько пользовалась моментом и делала дело. Очень интересное, красивое, вкусное. Ну, в общем, как всегда. У нас уже 6 часов. Посмотрите небо какое. Как будто какой-то розовый дельфин, да? Я вообще обожаю небо. И вот этот вот розовый дельфин. Вы видите дельфина? Напишите. Потому что я четко вижу прям розового дельфинчика на небе. Тоша тренер. А зачем ты ему так давишь? Это носки. А в пятой позиции одна Алла Алексеевна девочка прыгнула и вот так упала. Прямо кост было видно. Потому что неправильно носки тянула? Или да, почему? Она не тянула носки. А надо тянуть, Афоня, ты понял? Да. Тяни носки. У тебя тренер хороший. Всем привет! Начинаю свой влог опять с машины. Ничего вам не показала. Сейчас в машине немного покажу пакетики. Еще пакетики, еще там сзади пакетики. Вот, всем привет, покажусь вам быстренько. Сегодня вообще день начался супер, Сюжини нету. Он уехал на работу, там что-то там ему нужно пораньше. И мы проспали, представляете, 8:30 только проснулись, и то Афоня нас разбудил. И Антоха опоздал на первый урок. Я думала, что он вообще туда не пойдет, в школу. Но Гриша выругал меня, сказал, что это такое, прогуливать школу. В общем-то, да, я подумала, что это точно, пойдем на второй урок, у всех бывает, все люди, поэтому вот так вот. Так что сегодня галопом по Европам было утро, и, в принципе, день будет сегодня еще такой же, но завтра уже день учителя, сегодня все доделываю, последнее приготовление, и все, завтра отдыхаем, ну, практически, останется торт в виде буквы К испечь. Я уже думала, Гриша! Грише нужно рисовать ворону и лисицу. Да? Ну, мне кажется, что не хватает листиков и не хватает как-то неба. Мама, вот чуть-чуть. Осень, осень. Ну так желтые. Осень. Желтые тогда, значит, что же одно дерево, что же оно ну, в поле. Дерево. Кустиков хоть чуть-чуть нарисуй. Сабить хвоста. Хвост-то нарисуй большой. Мама. Ну, не как у белки, но как у лисы. А у нас выключили свет, и я сейчас иду включать генератор. Буду заводить.
Дыр-дыр-дыр. Надеюсь, сейчас все получится с первого раза. Ну что, приступим. Что мне тут муж говорит? Открыто вот это вот, да? Как-то тут ключом нужно поворачивать. А, здесь еще где-то подсос. А где он? Сейчас найду. Завела! Сейчас свет загорелся. А это что такое? Я сварила пельмешки, сделала салатик. На завтрак у нас были вот такие вот мюсли. Они сейчас в Пятерочке по скидке 59 рублей, а так они 84 обычно. Но вот мне не нравятся. Хочу еще ягодные попробовать. Хорошо, что есть генератор. А то я вообще бы не знаю, как бы я гладила вещи ребенку. И представляете, сейчас разговариваю по телефону с Гришиной, с мамочкой, с Гришином одноклассника. В общем, вы поняли. И она мне говорит, ой, тут у нас авария. И у нас как раз свет бах и потух. А она мне говорит, у нас тут авария. Столб снесли, то есть машина въехала в столб, и он прям на две части раскололся. Вот она сейчас мне фотку прислала. Я, конечно, в шоке, с какой скоростью там несся человек. И теперь вот нет света. Ну, у нас точно. Не знаю, где еще, там по всей станице или не по всей. Приехала на заправку, а то мне было прям вообще уже лампочка горела целый день. Вчера ездила с горящей лампочкой. Сейчас, как всегда, закрыт переезд. У меня такое очень часто. 12-часовая электричка с города. Вот в час она у нас в станице. Сейчас у нас сколько тут времени? 12:52. Ну, в общем, не видно. Я вам, кстати, не показала, потому что дождь начался, и я быстренько, ну, совсем накрапывал, но все же я так испугалась, что сейчас пойдет, что все намокнет, как пока я буду нести до родни, поэтому все быстренько занесла. И все, там были меренги на палочке и пряники. Нет, это даже не электричка, а какой-то вот такой паровозик. Девушка с ярмарки приехали. Так, что вы нам, рыбу купили, да? Ну, половинку себе, половинку. Угу. Ставриду копченую. Не знаю. Была рыба, давай. Еще рыба? А это что? Еще и лапша, да? Мы такие улюксы же покупаем. Давай. Все-таки решила немножечко пряников показать. Вот такие вот наборчики. С днем учителя. Вот еще. Ну, они три одинаковые. Вот эти вот сейчас я их пофотографирую. Это никакие. Эти... прянички. Вот еще какие наборчики с вот такими цветами. Конечно, от этих наборчиков я вообще кайфую. Для меня они вообще просто идеальны, просто офигенны. Мне они очень нравятся. Открыто, гляньте, там ветер так классно шевелит. Наполнитель. Что мы делаем? Что мы сюда пришли, расскажи. Покажи, какие у тебя длинные волосы. В Афоне вообще длинные, да? Фафа. Посмотри на меня. Точно? Все, мы дома. Папа, ну как тебе стрижка? Гля, какой теперь Афоня красавчик. Да вообще, вы Мэсси. Гриша как челка, как у Мэсси. Афоня заснул. Осталось только научиться. Осталось отрастить. Челка, да? Есть, теперь осталось научиться играть. Играть, да? Почему? Я радугу уже делаю. Кушать? Теперь. Пойдем кушать, пойдем. А я буду через месяц отращивать. Афоньку подстригли, он теперь красивый. Он Неймар. Неймар. Сейчас будем. Так, кушаем рыбу бабушка с дедушкой, которую нам с выставки привезли. С Краснодара. Папа нам зато пюре приготовил. Папа просто сам есть хотел. Я понял, что... Ждать маму долго, мама, да? Да, мама в последнее время не в сети. Абонент временно недоступен. Да, да, да.